Пятый день нашего отдыха. Сегодня мы взяли экскурсию «Морская пиратская прогулка». Пенная дискотека. Вот нас сейчас привезли вот эту толпу, массу туристов. Привезли в морской порт Кемера, где стоят яхты разных калибров. У нас будет какая-то большая под названием «Монстр». Надеюсь, что монстрами мы там не станем. Вот первая интересная яхта такая. С ребятами из фильма «Пираты Карибского моря». Вот еще крутая такая трехпалубная. За наши 12 баксов, я думаю, нас сюда не пустят. Вот мы встали, значит, какая-то будет. Может быть, вот эта лакированная, с черепом. Хотя нет, наверное, следующая. Так, идем дальше, это не наши яхты. Воробей. Да, Голливуд должен туркам, вернее, турки должны Голливуду очень много. Владельцы франшизы «Пираты Карибского моря». Так, вот викинг. Так, неужели вот это наша? Маленькая какая-то. Лёшка все переживает. Все думает, сейчас его на корыто посадят. Я думаю, все будет нормально, и мы сядем даже в такую. Будет неплохо прокатиться по Средиземному морю. Народу много, конечно. Я понял, мы будем... А, нет, вот, вот наша монстр. Вон она. Вот с такой головой монстра. Это там уже нас ждут какие-то ребята уже такие на веселе. Так, ну ладно, продолжение следует. Сели на яхту, забрались на второй этаж. Здесь такой вид открывается. Все места козырные, конечно, заняты. Имею в виду боковые. Поэтому пока неизвестно, где мы будем сидеть. Нас уже предупредили, кто со своим, оставляйте, мы вас найдем, мы вас учуем. Почему-то нас уже вычислили. Это очень красивые виды. Глаза буквально раскрываются. Очень сильно играла музыка. Люди потихоньку начинают танцевать. Морская прогулка началась. Итак, пираты, обратите внимание, справа от вас
пещера пиратская. Пиратская пещера Джека Воробья. Попутно с нами плывут такие небольшие ярточки, где прогулочка около 50 баксов. И как обычно, с телефонами, с камерами. Обычная туристическая тусовка. Можете пофотографировать пещеру пиратскую. Пираты, я достал еще один корабль. Там они прыгают, по-моему, как-то не так. Может, покажем, как надо прыгать? Давайте все вместе, пираты, показали, как надо прыгать! Е! Во! Е! Питер Джонни! Е! Во! Е! Питер Джонни! Такой музыки, как у нас, нету ни у кого, ни у одного корабля. Там сразу все успокоились, видите? На фоне такой красоты происходит чайка. Пираты, вы мне вытираетесь. Вы очень классные. Вы здесь. Они, ручки, все. Вы тоже. Все. Вы все пираты. На этом корабле все пираты. Все одинаковые. Да. Вот смотрите за этой девочкой. Даже Алексей не выдержал и начал танцевать. Диджеи работали просто отлично, зажигали. Танцуем! Yeah!
Поняли?